Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале по обзору ICO. Это мой второй выпуск по проекту MBCX. В первом я рассказал вам об основных идеях проекта и их уникальных продуктах. А в этом выпуске я сделаю обзор на их сайт mbcx.co. Ну, во-первых, для тех, кто не знает английский, здесь можно перевести на русский язык сайт. Все довольно неплохо переведено. Все просто и понятно. Становится сразу. Во-первых, тут вот представлено видео с небольшим обзором проекта от его основателей Юрия Рябыкина и Фила Милоу. И они рассказывают обо всех основных идеях кратко. Ну, в принципе, то же самое, что я рассказал в первой части, но чуть более подробно. Так что, кому интересно, можете посмотреть. На данный момент рыночная цена их токена XDMC равняется 0,1 доллара. Ну, 1 цент. Сейчас идет первый раунд ICO. Минимум они планируют собрать 1000 эфира, максимум 12500 эфира. Минимальное вложение составляет 0,1 эфира. Также здесь представлены основные социальные сети с их новостями, на которые можно подписаться. Такие как Telegram, Twitter, Facebook, Medium, YouTube. Также здесь присутствует их дорожная карта, где расписаны все их планы, начиная с 2017 по 2021 год. Так что можете сверяться, что они уже выполнили, что еще не выполнили, что у них находится в планах. А здесь можно познакомиться с командой разработчиков и обо всех подробно почитать, кто где работал, чем занимался, какой у кого опыт в данной сфере. Сразу могу сказать, что ребята серьезные, надежные. И двое из них даже были выбраны правительством Великобритании в качестве технологического консультанта всепартийной парламентской группы правительства Великобритании по блокчейну и в качестве первого технологического сотрудника кабинета министров. Так что за них можно быть спокойным. Ну а здесь можно подписаться на их рассылку по почте. White Paper пока недоступен для скачки, но в скором времени они его обновят и можно будет скачать и уже ознакомиться с детальной подробной информацией обо всех сторонах этого проекта. На этом у меня все. Я еще раз напомню, что мой канал носит чисто информативный характер. Я не призываю складывать свои деньги именно сюда. Я просто делаю обзоры на интересные проекты. Спасибо за внимание. До скорых встреч!